За время существования проекта «Стихи живут», а это более 3 лет, в нем приняли участие люди самых разных профессий и возрастов, от школьников до сотрудников троллейбусного парка и кокса газового завода. А сегодня на сцене яркие представители золотого возраста. Приближается День народного единства. Уважаемые и почетные жители нашего муниципалитета решили поздравить всех нас с чтением стихов, каждая строчка которых пропитана любовью к Отечеству. И в их устах произведение «Я себя не мыслю без России», поэта Марка Лисянского, прозвучало особенно трогательно. Без ее неизмеримой силы, без ее распахнутых морей, я себя не мыслю без России. Без ее любви и без моей. В историко-культурном центре собрались люди с энергичной жизненной позицией. Все они участники губернаторской программы «Активное долголетие». А еще, конечно, никто из них не мыслит себя без поэзии. Между прочим, 4 члены Союза писателей России. Мы любим Родину каждый день, но не всегда задумываемся об этом. И замечательно, что есть такие праздники, этот праздник конкретно, который заставляет нас пережить это чувство с особой полнотой, задуматься о прошлом России, о ее настоящем, о ее будущем. Ну, это было на самом деле продиктовано душой. На самом деле я и все, наверное, участники этого проекта любят нашу Родину. Поэтические чтения «Стихи живут» проводятся раз в месяц и приглашаются на них все желающие. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.